Ну что, получается? Да. Ну, отвечать должно получиться. Музыка только дебильная. Следующую включу. А что за фиг? О, всё. Пошло. Ну что, получается? Все, короче, задержка 5 секунд, прикинь. Угу. Все, ребят, всем привет, с вами Ромус и Фоксиквел, и мы будем стримить Sky Factory, он будет снимать, вы можете увидеть на него на канале, летсплей. И также у меня, скорее всего, запись залитого стрима. Вот, ссылка на его канал будет в описании, я думаю, даже помочь ему набрать подписчиков. Так. Давайте изменим игру на Майнкрафт, на Твиче. Майнкрафт. А то я сейчас в Доте нахожусь. Обновить информацию. В смысле? Там написано, что я в Доте. Нет, меня с сервака выкинуло. Обновить информацию. Да? Ну, бывает, заходи еще раз. Все. Да. Ну, отвечать должно получить. Че, зашел? Да? Mm-mm. А че пишет? Подожди, сервер, а все, загрузился. Так, теперь я нажимаю connecting to the server. Нажимай. Все, захожу. Круто. Так, сейчас сделаю себя погромче, немножко фильтры. Че, мне снимать? Да, обязательно, давай. Меня выкидывают? Да? Да. Выключай всякую фигню. В смысле всякую фигню? Ничего особо даже не включено. Знаю, при каком условии тебя выкидывают, что ты делаешь? Я закинул обратно. Я ничего не делал, просто зашел, меня сразу выкинул. А, кстати, меня первый раз выкинул из-за того, что я... Когда у меня скин был, короче, у меня все с него снято было, я на него все добавил. Uh-huh. И из-за этого у меня вылетело первый раз. Не делай такого. Как-то так. Так, ребят, короче, тут есть achievement book. Подожди, а мне... Как я снимать-то начну? Почему? Да? Просто начинай снимать. Тебя выкинет, наверное, сейчас. Почему? Ну, сейчас вернул в Майнкрафт. А давай зайди в Twitch, я тебя модератором сделаю. Напиши в чате 1, 2, 3. Короче, ребят, тут надо сначала вскопать дерево. Отойди немножко левее. Эй, подожди, мне надо снять это вообще сначала. Я понял. Так ты снимай. Короче, потом снимем. Не, сейчас снимай. Зачем? Ты бред какой-то говоришь. Сразу снимай. Какая разница? А ты можешь? Прошла минута или не прошла минута? Не, начинай просто, мне покажешь и все. Угу. Давайте верстак сразу сделаем. А, нет, все, не успеем. Тихо-тихо. Раз. Я пока не буду к тебе на стрим заходить, чтобы модером это не сделал. Раз, два, три. Всем юпс, у меня Фуксикул, и сегодня мы будем играть на сборщик. Ко мне прыгай быстрее, ко мне прыгай, я сейчас сломаю листву. Ну, 3. Найс, блин. Ко мне прыгай. Я говорю, подожди, я тебя столкну вообще-то. Ко мне прыгай. Нет, а на верстак, вон верстак, вон он. Всё, да, все. Все, кайф. Записывай. Ты можешь заново не начинать, а продолжить. Ты меня там перебил прямо в самом начале. Короче, сейчас заново лучше запишу. Ах ты, собака. Раз, два. Вот план блоки. Всем юпс, у меня Фоксикул, и сегодня мы будем играть на сборочке Sky Factory 3. Сегодня со мной играет Ромус. Наоборот, сегодня со мной играет Фоксикул, поздоровайся. Привет. Вот так надо было правильно говорить. Вот, ребят, короче, мы строим сейчас... Ладно, пофиг, из полублоков. Нет, пол. Кривой. Я хотел вообще сначала изначально вот так вот все строить, чтобы не спавнились, но потом пошло-поехало, и все. Угу. Так, дай мне тоже блок, чтобы я хоть что-то сделал. Так, подожди, надо сейчас, знаешь, что сделать? Отойди. Хоп. И смотри. Так, давай я в achievement буке поставлю то, что ты крюком все сломал. Ты видел, да? В смысле? Это нужно тверкать, и у тебя будут расти все растения. Ну сейчас-то зачем ты это делаешь, больной? Смотри. Чпоник. А, я овощ. Ты овощ. Вот так. Круто, да? Это я на умело узнал. Так, надо топорик скрафтить. Так, и то же самое работает. Крюком мы листья уже сломали, да? Uh-huh. А нет, надо сломать крюком листья. Тут и выбить. Трикопитейтер есть, да? Червяка. С зажатой кнопкой Ё надо. Да, все правильно. Зажатой кнопкой Ё. Хорошо. И теперь тверкай. А да. Стой, вот тверкай, тверкай, тверкай. Чё оно не растет-то?
Ну ты отойди, во. О, нифига себе, надо, так, тверк, выполнено, выполнено. Так, подожди, где? Залагало, так, стоп, это Achievement Book, да? Да. Какая? Ты, получается, второе выполнил, я тоже. Угу. Мэг дерт, но дерт это потом, землю сделал. Так, сейчас зажаты клавиши, я копаю дерево опять же. Вот это тоже минус, ее надо зажимать. О, дерево. Кстати, на каждой клавиатуре есть эта кнопка. Я видел на клавиатуре. Дай мне, пожалуйста, порубить, а то это... Надо же что-то сделать, а то просто стою. Где руби дерево? И вот это вот крюком. Если чё, потом крафт просто крюки и топорики и дерево. Так, давай, чё оно там? О! Лишь бы меня не скинуло просто. В итоге. Так, йо. А, у меня сломалось, из-за этого не до конца. Так, тут ты... минус то, что сталкивать можно. Но с одной, с другой стороны, это плюс. Мне не нравилось то, что... Вот мы играли в Майн 1.6.4, 1.4.7, и там можно было сталкивать. Там просто на сплифе берешь. О, все, два червяка выпало. Сейчас надо это тоже засчитать. Договорить, конечно, мне нельзя. Там берешь на сплифе, просто сталкиваешь человека. И было очень круто. АФК-шеров можно было сталкивать, да? А сейчас нельзя это делать. Нет, сейчас можно как раз. Был промежуток, в котором нельзя. У меня, прикинь, битрейт 3000. Я не понимаю, почему. Хотя я ставил... Да, 3000 у меня битрейт. Так это же хорошо. Если у я тебя ставил 2700. Если у тебя интернет такой тянет, хотя он тратится дико будет. Интернет, да, но у меня ЦПУ 10%. Ну ладно, пофиг. Я думаю... Ну, сейчас посмотрю стрим, подожди. Потому что у меня там лагается. О, выросло. Вообще прикольно. Как этот мод называется? Ну что, получается? Так, йо. Ну, отвечай, да. Червяк упал! Блин, обидно. Упал? Упал червяк, да я у него вернулся ко мне в инвентарь. Никак. Жалок. Вроде вначале возвращалось. Так, сейчас посмотрим. Twitch. Канал. Так. Так, давайте я гейм-модер сделаю фастом. Для начала, получается, нам надо сделать платформу, да? Ага. А потом... Жалко. Вроде слушай, вначале возвращалось. Качество даже неплохое. Так, сейчас посмотрим. Смотреть. Офигеть, реально хорошее качество, смотри. Так, смотри, какое дерево выросло. Блин, круто. 2, 3, 4. А знаешь, так, сейчас... что мне это как бы не радует? То, что у некоторых есть людей, функция Рома. Такая... Чё? Сейчас там червя 3, наверное, упало. Да? Почему? А тут дерево очень большое по площади выросло. И... Так, геймод так получилось. Надо. Так вот, все. Вот и еврей. Да блин, короче, надо платформу ставить по-любому. Надо вот так вот сделать просто. Так. И все. Ну тебе все выпало, конечно. А в смысле, а как три... ломать дерево и чтобы топором. С зажатой кнопкой ее надо все делать. Да, я рубил просто так. А, еврей. А. Пофиг, мы богатые люди. Ну-ка, я хочу посмотреть со стороны, как это выглядит. Вот это на начало видоса. Потом мне скинь дорожку с моим звуком, я обработаю нормально. Окей. Так, раз, два. А если был бы очень мощный комп, то можно было бы в аудишене, наверное, этот поток сделать. То есть на новое устройство он бы транслировал обработанный в реальном времени звук. Работает. Так, теперь нам получается только дерево надо рубить, да? Пока да. Стоп, а в будущем как мы будем добывать камень вообще, если у нас даже нет ведра с лавой, у нас нету ведра с водой, у нас как ничего нет. Как-нибудь добудем. Я сам не знаю пока что как. Хоп, дерево выросло. Ну, по крайней мере, землю можно добывать, ты знаешь как, я думаю. Не очень. Смотри, что я сделал. Что а, да, такое? В бочке там. Нет, это не та бочка, я не знаю, что это такое. Там, что это? А это пилор, смотри, это получается колонна. Нет, это не колонна. Это бочка. Это... Не. Ну, нет, это бочка. Ну-ка поставь. Не. Да не. Время горения 300, вот. Это бочка. Да я говорю, пилор это... ПКМ, как... нажми ПКМ просто. Нажимаю, не работает. А, да, кстати, я не то открываю. Я говорю просто во всех играх. Да. Пилор это... Да, я что-то просто не на то нажимал, короче. Давай, так, расти, деревце, расти. Оп, ой. Так, Майк Дерт. Рома, ты тоже.
Ага. Нет, все нормально. Use крюк sapling existing чтобы worm. выбить червяка А зачем нам червяк нужен? Червяк? Просеивалку сделать разве? Червяк нет. А, червяк из него вроде паутина какая-то, не? Как это Ну, делается? так чтобы просеивалку сделать. То есть просеивалка, да? Наверное. А стоп. Так из него же как-то можно было паутину добывать, а как? Типа На дерево это. сажать. Ну, подожди, это не в этом суть. Так, Сингворм. Оп. Блин, прикольно. Скинь мне его вообще. Скинуть? А, вот у меня есть в инвентаре, подожди. У меня 21 штука уже. Экс нехило, ага. Экс. А вот, да, просеялки есть, прикинь. Круто. А, о, так они очень легко крафтятся. А почему так? А, нужно, короче, сетку будет отдельно крафтить, походу, да? Да. Это что за дерево? Смотри, Скинь сейчас большое вырастет. Мне дуб. Смотри на него. О, как ты неестественно выглядит, слушай. Да, обычно. Естественно Блин, выглядит. с стороны это так выглядит, да? Я так понимаю, мне много вырезать придется. Ты так понимаешь, ничего тебе не придется. С кем мне Ничего, дерево? Дуб имеется в виду. интересного нет. На, 30 штук. Ты что, я скрафтил? Но это не просеялка. Это, видишь, нужно еще скрафтить это. Сейчас скажу. Да, сетку. Понял. Так, знаешь что, давай мне скидывай червячков теперь. Скажи мне, пожалуйста, как это сделать, я хочу попробовать. Нет, хрен тебе. Ты что? Шифтись. На. Я сам не знаю, как это делать, боже. Про ПКМ тыкнуть по листве и все. Как тебя Дик сейчас обманул. Так. Это не нравится. Так, не ломай. Ты идиот? Я посадил, чтобы посадить червячков, ты сломался. Так, сейчас все будет. Сам тверкай. Давай на F5, я посмотрю, как это будет выглядеть. Так, на... Оп. Давай, аккуратненько. Не ломай много, давай выходи, все. Смотри, сейчас что делаю? Так. 15 штук, нифига себе, что так много. У меня 18 с собой еще, это я давай. Тебе все отдал. Ну, в смысле, давай все. Долго просто. Что, все понимаешь? Садить? Нет, не сади, мне давай. Ты что, зачем так? Ой. Ты неправильно делаешь. Все, хватит, все. Давай. Так, не все надо садить, а которые далеко друг от друга. Вот и далеко самая вещь, самая далекая. Рома сам близко садит, мне еще что-то говорит. Смотри, они уже серые стали. Не, надо идеально белое. Видишь, направь на мышку, и у тебя будет написано в процентах. А, да, процент, прогресс. Все, ничего не ломай пока что, ждем. Тут все ускорено, это сборка, в чем примечательно. Тут все очень быстро происходит. Ну, это хорошо. Я, кстати, чат на Твиче не вижу, сейчас открою. Но там пока что, наверное, ноль зрителей, потому что я на Твиче стримлю, а я на Твиче майн очень, ну, не знаю, наверное, уже года два не стримил. Понятно. Да только, наверное, на доту люди подписывались, там немножко человек совсем. Так, 100%, 100%. Все завершилось. Прикольно выглядит вообще. Так, подожди, может это заскринить так? Не-не-не. Ну да, заскрин, на превьюшку сделай, сфоткайся, селфи сделай. Так. Там на доту люди подписывались, там немножко человек совсем. Блин, прикинь, мне даже качество Ром, звука хорошее. Пожалуйста, Ром. Да. Все. Так, смотри, что я сейчас сделаю. Тебе лучше этого не видеть. Так, а что мне есть надо? Так, ты пончик съел? Нет. Не ешь его, ты чё? А у меня, кстати, еда полная, я не знаю почему. А я умираю. А я нет. У меня уже один кусочек. Яблоки сок. Ешь. А, яблочки есть, да, точно. Давайте столкну. Не-не-не. Да, давай гейм рул поставим. Гейм. Ролл. Кип. Потому что без этого мы не сможем. Ага. Блин. Это точно. Да собак, все написал. А, у меня Умри. Ограничения нет. Ты а, что творишь? Надо, шучу, все. Так, знаешь, что сейчас скрафчу? Ты не поверишь. Что? Слэшбан. Как, скажи, да, блин, Ром. А, понял, точно. Чё, надо вот, было... Ну это, смотри, давай achievement book. Так. Так, где он? Вот. Так, это у нас use крюк, ля-ля-ля. Вот это ТКМ. Потом, знаешь, что и Infest Leaves with Silkworm пикаем. Так. То есть у нас остается третья невыполненная. Make Dirt мы не сделали землю еще. Это знаешь, как говорится? Composing, sapling, ага.
Смотри, так я сейчас попытаюсь сделать компост. Это получается баррель. Бочка делается, в которую складывается. Да, смотри, вот это, вот она. Хоп. А листва туда складывается. Сам-то листва. И... Нам написано саженцы. Так саженцы не ложи, потому что у меня уже не стало. Давай, тверк. А, я понял, да, это. А сколько близко немного. Надо подходить, чтобы тверкать? Не знаю. Давай, используй свой скилл и сажай деревья. О, смотри, все уже. ПКМ. А, нет, не все. Это что? 50%? Ну, дезинфа. А, ну так почти как земля настоящая. Так ты смотри, процентов. Давай. Это странно, давай, выглядит поначалу. Давай. Хоп. Смотри, как. Смотри, на чё на тверку-то, а? Нормально. Ломай. Этой штучкой. Крюк. Да. Хоп. Хоп. Червяк. Вс, у меня топорик закончится, вот твой. Все. Скрафти их вместе там. Угу. Ну, пилары я поставлю для красоты. Ну, хотя не для красоты, а просто чтобы были. Потом лучше. Сейчас лучше. Зачем? Все, пусть стоит. Я не знаю, что бред какой-то, но пусть стоит. Так, вот, смотрите, земля. Стоп. Все, у меня есть земля. Давай, а чё, ментбук открываем? Так, давай я пока... Make dirt, ставь галочку. Я червей пока посижу. А, смотри, первые 5 штук галочки ставь. Стой. Первые 5 Первые 6 даже. Раз, два... А, нитки мы сделали, так, коллект... А мы воду еще не собирали вообще-то. Такую вот, подожди, ты считай внимательно, 6 там. 5, 6, да, все. Так, сейчас будем так, собирать, значит, червяков засажу. Воду. Ага. Окбар, ну хорошо, давай еще скрафчу бочек. Это у нас будет а для они дождя. Сами, типа, будут распространять по листве все, да? Да. Да. Со временем. Да, у меня так, просто 3 всего было. Все, достаточно, нормально. Так, вот, сейф. На моих глазах-то все произошло. Хэви мо... Так, стоп. А, так я скрафтил хэви, прикинь. Хэви, то есть там нужно будет по 9 блоков. Типа, не по одному просеивать, один он не умеет просеивать. А нужно сразу 9 блоков крафтить в один и просеивать. Хм, ну ладно, это нормально. Плохо? Это хорошо, но это плохо. Но... С той стороны, что... Блин, слушай, тут какие-то печки, генераторы новые. Я вообще не знаю, что это значит. Чего делать, да? Да, тут очень много всего нового интересного. Почему я в бочку спрятаться не могу? А так хотелось так-то. Так. Готово. 80%. Ну, надо подождать, я вижу, там еще зелененький немного. Да печки, генераторы новые. Я вообще не знаю, что это Чего значит. Делать, сейчас я хочу это все сломать. Звук очень качественный на стриме, кстати. Я не знаю почему, но вот так. Вот так. Блин, слушай, так, качество ну... прикольное. Вот я... Очень редко такое бывает. Ну вот я нашел, короче, свой. Я вообще не знаю, что делать, сейчас я хочу это все сломать. Звук очень качественный на стриме, так, кстати. Так, так. Я не знаю почему, но вот, ага. Все. Завершено. Завершено, все, ломаю. Ой, что это было? Это еврей. Зажата кнопка Ё. Я на один нажимал случайно. О, найс. Евреюшка интернешнл. Так, что у нас имеется? Смотрим на книгу. Собрать дождевую воду. Вот, она в это будет собираться дождевая Дождя вода. Пока нету, да. Скрафтить коблстоун из маленьких кусочков камня, которые выпадают с приготовления земли. Ну, что-то такое. Да? Да. А, ну, на самом деле... Ты создай саженцы только у тебя, пожалуйста. Не допускай того, что у тебя саженцы закончатся. А у меня стак и 30. Тверки, и иди тверки. Раб мой. Надо будет какую-нибудь музыку словим тверк только без АП. Монстр кэт найди и все. Хоп. Так, я это вырежу, я отойду, подожди. Угу. Так, ребят, давайте тут давайте музыку врублю. Музыка закончилась просто. Назад. Бит тейп. Вот. Хоп. Нифига. Beats my every time, давайте. Плейлист. Ой, нормальный. Нормальный плейлист, ребят. Врубил. Короче, вот версия Minecraft 1.10. Играем мы на Sky Factory сборочке. Она у нас Feed the Beast'е. Можно ее скачать. Или в курсе. То есть это две такие, два лаунчера. Курс это не только лаунчер, это как
TeamSpeak вместе с, наверное, каким-то Steam, как он называется? Короче говоря, оттуда, где карты для CS-ки качаете, вот. Очень удобная вещь, курс. Там для разных игр можно дополнение качать, аддоны, в том числе для майна. Вот, оттуда мы и взяли эту сборку. 1.7.10, представляете, ребят? То есть, это, ну это реально очень круто. Это, блин, это нереально круто. Алло? А, алло. Так, давай я немножко расширю остров. Запись 16 минут, на 2 гига уже все выходит. И ничего нормального не было такого. Было, нарежь. Ну, можно вот это все весь тверг начало вырезать, типа. Серию я уже знаю, как назвать. Так, давайте еще расширим, ребятки. Оп. Видите, ребята, еды пока что хватает, но за счет того, что мы мало двигаемся, и за счет того, что... Мод облегчен. Собственно говоря, нет. Хотя, мы, наверное, у нас мирная, хотя не мирная нифига. Где это узнать? Настройки. Нормальная сложность, вот. Угу, вижу. Так, земля готова. Оп. Чехонько. И выпала всего одна земля. Давайте сюда верстак. Так, одна так и должна быть. Скинь мне, пожалуйста, землю. А вот я боюсь, что сито не выпадет, ребят. Нет, выпало. Вот оно, сито само. То есть это сетка, а не сито. Так, на. Давай земельку. Хорошо, так. И куда мы ее поставим? Так, это, наверное, для огорода будет у нас, да? Вот тут, допустим, огород. Вот так, все. Так, саженцы, вот 37 штук. У меня стак есть, и... Я взял 37. В смысле? Нет, а, не для этого, это не для дождя бочка. Зачем ты? Вот тут. А вот в эту, да? Да. Оп. Сейчас написано night time, то есть ночь, хотя сейчас утро. 5 часов. Ну да. Хотя это считается ночь, наверное, да. Ну. Утро, может. Музыка громковато играет. Нет, понятия утро, и это типа все еще идет ночь. Как так, бы. Всё, это... Тише сделал. Ну, надеюсь, ты меня понял. Да. Daytime, все, день. Давай, расти. Скоро, наверное, будет дождь у нас, да? Видите, ребят, надо тверк, чтобы вырастить саженец. Хоп, все. О. Но на самом деле это не зависит от скорости нажатия шифтинга. То есть надо просто какое-то количество времени так сделать, а не много раз нажимать в теории. Земелька, чпонька. Я уж хотел покупать клавиатуру за 9 косарей, чтобы там специально за меня shift нажимался за миллисекунду. Обидно было так-то. Хорошо, застроили мы это все. Так, опять я не туда поставил, к сожалению, полублок. Значит, сейчас мы будем заниматься созданием булыжника, только я не знаю как, опять же. Нас царь английского языка перевел, что из земли должно падать. Хотя на самом деле это не так. Не должно падать. Должно падать с просеивания земли, а не с этого. Наконец-то мы переходим уже на более высокую стадию. Это развитие, да? Когда у тебя не 46 хромосом, а 47. Ну. Кого как? Более высокая стадия развития, как ты говоришь. Так. Меня не дотягивает. Ай-яй-яй. Хоп. Блин. Так, короче, берем так. Не говори никогда, берем так, говори подробно. То, что ты фигню несешь. Берем дерево. Делаем точнее, так. Точнее, уже доски. И рубим далее листву. Ой, что это было? А, я умираю от голода. Азазус. Дальше листву сломай выше. У меня больше нету этого. Палочки. Сделай, пожалуйста. А, вот ты сейчас все. У меня палочки-то все равно нет. Какой палочки? Эй, что ты творишь? Какой палочки? Которая ломает листву. Крюк? Да, кинь, пожалуйста. Ну, у тебя какое-то странное понятие палочки. Хоп, все, забрал его. Бери. Так. А, хорошо, заложим саженцы, опять же. Скидывай мне постоянно. Не, давай сундук скрафчу, будешь туда все скидывать просто и все. Да блин, что это за фигня?
Так, ой, зачем я еще один крюк крафчу-то? Так, смотри, вот сюда ты будешь ложить все вещи, вот ложи. Open Клади. Computers, так, Digital Git, это не знаю, что такое. Вообще-то клади. Давай. Assembler. Ну, это что-то, ребят, такое. Voice. Ага, смотри, тут написано, как это все дело копать, да. Орм. Ну, короче, надо смотреть летсплей, потому что все на английском и непонятно. Ну, потом я этим Прикольно. займусь. Еще топор работает на все деревянные блоки, как я понял. Нафига туда лез, там уже все пропало. Ну ладно. Па-па-па-па-пам. Ну-ка, подожди, надо с тобой вот так встать. Тоже. Хорошечно. Так, уберем земельку опять же. Поставьте сюда. Все, сюда надо будет залить воду, но вода должна получиться из дождя. Но чтобы у нас было больше шансов собрать воду, я Еще несколько скрафчу поставить. еще несколько бочек. Зачем Можем мне еще бочку крафтить? спойлеринг с твоей стороны, я не понимаю, но ладно. Хоп. Все, вот так пусть будет. Ну, смысл она не крафтится. Не, не крать бочку, зачем? А я вспомню, как она крафтится вроде бы. Но не крафть ее. Не надо этого делать. Ну, блин. Так, вот сюда, смотри, вот сюда, все. Хоп. Оп. Хоп. Оп. Сажен сюда. Зачем ты это сделал, не знаю, но ладно. Я ничего не Иди делал. тверкай. В сундучке будет топорик и крюк, бери и ломай, все. У меня уже все имеется. Имеется все. В арсенале. А. Так, значит. Да. Ясно. Так, земелька, давай. 97, 90. Хоп, я забрал ее. Куда ее ставить? Сюда. Хоп. Зачем в центр? Сказал сюда. Ну, я не говорил в центр, я сюда тыкнул. Ты никуда не тыкал, на. Я тыкал. Посмотрим на записи, понял? На реплее. Давай. Так, давайте rain пропишем. Можно так? Нет. Вихиатер. Так, подожди, везы. Виат. Ребят, сделаем дождь, потому что нам нужна вода. И не зачем тянуть. Но проблема в том, то, что нам надо будет железо, чтобы перенести эту воду сюда. Ё-моё. Стоп, а я забыл, а чё я хоть... А, вспомнил. А, и тут вода накапливается, смотри-ка, ё-моё. Так, надо сейчас Нормально. Топорик. Как мы будем добывать булыжник? Вот такой вопрос. Почему ты не зашел на канал и я тебе не выдал модерку? Вот мой вопрос. Потому что я записываю. Я тебя просил это сделать. Ладно. Так, тихо-тихо, для видоса. Так, водичка у нас Хорошо. набирается. Замечательно. Нет. Все, это на нарезочку. Просто Сломаю. надо достижения только записывать, это остальное. Не, зачем? Типа. Нет, так неинтересно будет. Ты когда с фильм смотришь, там только достижения? Нет? Так, хорошо. Хорошо еще. Давай теперь еще раз наполним. Эту землю, ребят, мы будем просеивать. Но чтобы просеять, нам нужно минимум 9 кусков для начала. Поэтому знаешь, что я сделаю? Что? Угадай, попробуй угадать. Поставишь еще одну бочку. Не угадал. Ни Нет. одну. Ну. Ой, вода набирается. Я рад. Ну все. Ломай и ставь заново. А с буквой Ё нельзя, ну-ка. Домофон, нет. С буквой Ё сломал. Это везде залить. Вот, все, успел. Угу. Почему стак? Вот. Чтобы был стратегический запас. Успел. Так. Хорошечно. Так, давай-ка я возьму землю потом, окей? Угу. Так, нужно будет еще. Готовь еще саженцы. В смысле? А, понял. От 9 кусков, у нас 7.
Сейчас все получится. У меня 56. Не, даже саженцев. Еще нужно будет 4 куска. Оп. Все, сломался крюк. Ну ты 2 дерева сделай там. Посади. В смысле 2? Типа садить уже на той земле, которую нет, ты конечно, поставил? Нет, конечно, просто 2 раза сделай, так и все. 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 Че, кто-нибудь смотрит? Двадцать человек. Так. Так. Так, все, у меня все есть. Я наполняю опять. Все, ребят, я тут. Вот смотрите, у нас получилось compressed dirt. То есть это 9 кусков земли в одном. И сейчас смотрите, что будет. Отходи. Отходи отсюда подальше. Отходи, ты не сможешь выдержать этого. Все. Ты не сможешь выдержать, понимаешь? Да давай. Даже давай. Страшно начинать. Знаешь, если взорвется все. Не, я не ну, буду, давай. Нафиг надо, я не так взорвется, нафиг. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, давай. Я не пью. Давай. Да? Давай. Еще это сделать, еще нам. Нажать? Давай. Ты хочешь сказать. А еще? Оп. Еще нажимать? Нажимать, да? Оп, все. Че, 24. Так. Семена пшеницы, семена это у нас морковки, да? Тыквы. И 24. Ну это не тыква, это что, это морковь, написано карцит. Серьезно? Белая это тыква. И теперь я крафчу у нас камень, да? Да, все, я булыжник скрафтил, прикинь. 6 штук. Ё-моё. Давай ачивку. Ачивка. Collect Rain Water. Collect Rain Water. Ачивка. Так, и вторая ачивка крафт cobblestone. Так, собрано. Ну я этого не делал, ну ладно. Так, крафт и хаммер. Не, это нам сейчас не надо. Тутерн, ага, это чтобы гравий сделать, потому что... Это я знаю. Это нам надо как раз. Давай еще надо землю создавать. У меня 6 земли пока что есть. Сундук положил. Давай еще сажай саженцы. Не, надо уже посадить сначала, у меня уже 20 осталось. Давай. Делай как можно больше так. Оп. Ломай. Давай, знаешь, что скрафчу просто? Я делаю. Я топорик скрафчу тебе каменный. 29 минут, я даже не знаю, как. Вот, бери вот топорик тут, в этом я месте. Не делал. И сейчас скрафчу крюк нормальный. Только я не знаю, как крафтить. Скажи, у тебя столько камней, кстати, надо? 6 камней у меня всего лишь. Крюк нельзя скрафтить, нормальный, оказывается. Нифига себе там. Так, надо много крюков. Не надо, не крафти крюки только, пожалуйста, окей? Не надо? Нет. Окей. Смотрите, ребят, на стриме что сейчас будет? Взрыв. Оп. Сколько ты оп. Их там сделал? Я сделал компрессит крюк, он, это 4 крюка в одном. Давай ломай так. Быстрее. А во, нифига себе. Уф. Он сразу сломал, почти сломался. Nice. Давай-ка залезай наверх, там аномалисту. Она уже сама со временем сломается, лучше так. Ну согласись, нам нужны все саженцы и те яблоки, которые наверху. Давай, это ивент. Да не, это сложно. А индастриала тут нету, да, или есть? Это для меня сложно. Не знаю, да. Нету. Просто в индастриале есть лесенки, знаешь, да, которые леса строительные. Их просто ПКМ тыкаешь, а они вверх растут. Тут, видимо, этого ничего нет. Но я не знаю, как тут это... А и вот. Хоп. Как тут все делается? Не представляю даже. Замечательно то, что тут все очень прикольно работает. Я даже не знаю, что нарезать, потому что, ну блин. Много чего всё нарезать. Все одинаково, все однообразно. И че? Нормально все это, ты накрутил себя. Так давайте делаем землю. У тебя земли нет в инвентаре, случайно? Нету. Вот и не надо. Если есть, то ложи в сундук. Так, сейчас тоже пробую сделать этот компрессит крюк. Так. Раз. Два. Три.
Ага. Четыре. Отлично. Так, и как это получается? Фунтик. Он не работает, Рома. А, я понял. Нет. Ты не понял? Не понял Так. меня, Мося? What's up, guys? Так. What's up? Как он делается? Не скажу. А, в обратную сторону. Хоп. Все, топ. Теперь я What's самый топовый здесь. up? С конца, да? Да не. Да. Ну уже, Вот. ну уже. Все тоже топорик скрафтил. Нормально. Чего? Чего? Что это было? Что это было? Я походу либо Q я нажал, либо Q, либо у меня. В смысле, я только что его скрафтил, куда он делся? Азиазис? Чего? У меня крюк пропал. Он сломался. Да нет, я только его скрафтил, я даже им ничего не сделал. А Сейчас бы сейчас. ты крюки боговал. Смотрите, ребят, он просто крюк слил. Давайте поблагодарим его за это. Мастер сливания крюков. Давайте еще саженец, ребят, посадим. И затверкаем. Алло. Вот так вот надо это делать. Так надо это делать. Шикарная вещь вообще. Раз, два, три. Три раза надо тверкануть. Ага. Неудачно у нас получилось. Так сделаем хотя бы. Поедем, все-таки нам придется съесть бекон и яблочки. Так. Я полез наверх. Ты лезь наверх, согласен. Топориком там сначала все. Зажатой кнопочкой ее. Так, Понял? йо, не кью. Хоп. Только не Q, да. Ну так да, это я знаю. Вот. Я Еще туда лезь, походу. листву обязательно надо ломать. Сейчас. Я опять умираю. Надо яблочек повесить. Надо сделать лесенку, найти лесенку. Тут же стопудово есть лесенки. Ну да. Это ж как в дефолтном мае. По дефолту Я мы понял, куда у неплохие. меня в тот раз крюк делся. Куда? Я только что его выкинул. Хорошо, что я его поднять успел. Так. А вот нашел лесенка, А как потом оказалось. еще вопрос задаю, куда мой крюк делся, да? Ты Оно что, ты под сломалось. еврейка? Никогда так не делай. И Так. не забывай саженцами наполнять все. Азеза. Рома. Что? Че? Я увидел в чате и сказал Азеза, что тебе надо? Алло. Алло. И тут? Алло. Ты там молчишь? Что это такое? Посмотрите, лесенка удобная. На все у него, ребята, вылетел интернет. Кайф. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Чпоньк. Сломали. Так, надо тоже лесенку скрафтить еще одну. Сначала землю соберем. Так. Землю перекрафтим. Таким образом, давайте сразу две земли просеем. Таким вот образом. Хоп. И посмотрим, что нам из этого выпало. Так, это у нас джангл сит, это у нас значит джунглиевское дерево. Спрайс сит, это у нас скорее всего тропическое дерево. Значит, семена пшеницы, ну, все, в принципе, дефолт. Но это, ребят, круто. Все равно. Потому что у нас теперь есть опять булыжник. 11 штук. Это очень неплохо для начала. Так, из булыжника у нас что можно сделать? У нас можно много чего сделать на самом деле. Давайте молот сделаем. Ага, молот я помню, как делается. Смотрите, у нас как раз 9 булыжников. А вот так вот выставляем булыжник.
таким образом и ломаем, делаем из него гравий. Это мы сейчас будем создавать железо, ребят. Просто обычное железо. Смотрите, крафтим все в один. То есть у нас компрессор получается гравий, сжатый гравий, на русский перевод. Просеем его. У нас получается golden ore. Из таких четырех штук, если их положить в печку, получится золото и iron ore. Все, ребят, пошло дело. Реально пошло дело. Так. И опять же, ну, все на самом деле начинается с дуба. Потом мы просто, ребят, автоматизируем производство дуба и, соответственно, производство булыжника. Но, опять же, на это нужны ресы. И начинать надо именно с этого. Алло. Алло. У тебя интернет вылетел, походу, да? Да. Я чё-то сам офигеваю. Круто. Уже такое бывало. С чем это может быть связано? Производство булыжника. Но, опять же, на это нужны ресы. Блин, круто. Слышь, всё, наверное, сейчас закончу уже съемку. А чё так? Ну, съемка, да. Ты просто, ну, из одной серии сделаешь миллион, допустим, серий. Я вот что говорю. Что это такое? Лут рецайслер. А переработчик, типа, да? Я, скорее всего, из этой серии сделаю одну серию, так как... Ну, почти ничего такого нет. Так, даже ранцы есть. Ну, реально, тут очень много всего. Не, не делай одну серию, ты просто нарежь все. На, ну, несколько вот, серий. Ну, серьезно, это невозможно. Ты обрежешь лишний момент и нарежь все. Так, секс. О, смотри, ты просто посмотри, тут очень много всего крутого нового. Я вообще не знаю, что это такое даже. А в смысле, а ты что, из хамачи? А, у меня повторное подключение где-то, думаю, что за фигня. Ты еще поподробнее расскажи, как ты коннектишься на сервер. IP-адрес можешь сказать? Да не, я это не говорить не буду. А какая разница, за то, что сказал? Большая. Так, ладно. Слоты все заняты, никто не зайдет. Ну IP да, но задосят. Сказал. Так, ну слушай, блин. И вот первый раз, в жизни почувствовал, что на Твиче стримить гораздо лучше. Прикинь. Чем? На Твиче реально стримить лучше, чем на Ютубе. А я сейчас стримлю, у меня раньше были потери кадров и все такое. Сейчас я в большом битрейте стримлю первый раз. И никаких просадок, и ничего плохого нет. Угу. Серьезно, офигеть. Мне прям понравилось. То есть и качество очень хорошее, если посмотреть. Только нужна раскрутка стрима нужна. Ой, нифига себе. Вот, давай, сломай эту фигню. Лестнику перенеси и сюда сломай. Стоп, как я быстро так залазил? А во. Если вот так. Сбоку. Хоп, прыгаешь. Хоп. Давай, иди и сломай этот блок. Вот, в воздухе. Ща, как ниндзя. Так. О, смотри, сохраняется удар. Это же 1.10. Хоп, хоп. Оп. Да блин, за листвы твои вообще. Заново блок ломать. Хоп, хоп. Ты не сможешь так сделать. Сломал. Да, реально? Да, я говорю, так я в тот раз так же на одном, я не знал, проекте так можно делал. Хоп. Давай еще. Все. Конечно, ну, так дальше делать. Так, давай теперь я попробую скрафтить также землю и переработать. А, ну, только саженцы не бери. То есть так должен оставаться. Сделал. Вот я также сейчас сделаю 9 этих земель, переработаю и сделаю тоже камушек. И на этом я серию закончу. Но ты почему-то останавливаешься и дерево не делаешь. Ждешь зачем-то. О, не, сейчас выключена была запись, чтобы я не заметил эту. Ага, выросла. Так, давай. Частично я листву сломал. Хоп. И обязательно в сундучок укладывай, потому что у тебя стак яблок в инвентаре, а я не знаю об этом. У меня 16. Не стак.
Да, в принципе. На, я положил. Так. Сколько у тебя земли? 5. Ты одну вот забрал 3. Вроде. Вот 3. Так, все, осталось последнюю сделать. О, музыка прикольная. Блин, чуваки, на Твиче стримить круче оказывается, ё-моё. Оп. Не ожидал такого поворота событий. 10 яблок с одного дерева. А, нет, у меня же были яблоки еще. Я думаю, что за фигня. Своей логикой воспользовался и саженцы только в одно положил. Непонятно почему. Хотя есть еще другие. Давай закладывай саженцы. И землю бери одну. Сейчас. Хоп. И сюда посадить саженцы, у меня уже нет саженцев. Так, подожди. Так, компрессор скрафтил. Хоп. Раз, два, три. 4, 5, 6. Не. Че выпало? Сундук сразу. 22 камня. Желудь. Уакс сид. Это. Получается. Джангл сид. И сундук арбузики. Тоже. Сундук. Че сундук? А. Все то, что выпало, в сундук. Да я скрафчу камушек и все. Крафти. И остальное в сундук, оставшиеся кусочки. Все, красиво. Так, давай хаммера сломаю это. Что? Дай хаммер. А ты что не ешь, у тебя хп там мало. А ты что делаешь? Поешь. Стой, подожди, у меня вообще что творишь? Все, успокойся, Рома, дай сломаю. Я вижу. О, гравий. Замечательно. Все, на этом может закончить серию, иди сюда. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ладно, все. Нужно эпично было закончить серию. Блин, я забыл что-то сказать, что типа ты это был Sky Factory, но. Я же иду. Подожди! Нажми звездочку. Нет, звездочку. Не, у меня это отключение микрофона, зачем? Там, короче, какая-то вообще жесть происходит. Я знаю. Сейчас я пойду тогда нарезать, да? Не, потом зачем? Давай еще поиграем. Че. Саженцы в сундук выложи все. Все? Да. Потому что у меня нет саженцев. Нифига восстанавливается быстро все. ХП. Я листву, ты дуб. Сам ты дуб. Обзываешься еще. Долгая у тебя реакция, долгая. Я листву, потому что ломать стал. Зачем? Не знаю. Потому что не хочу быть дубом. Очень круто, реально. А потом это мы все автоматизируем, просто нам не придется это делать. За нас машина будет твердой. Да. Не твердой, так зачем? Просто деревья вырастают, а она срубает их. Стандартная же, как на всех скайтечах. Чего? Я сломал листву случайно топором, когда я застрял в ней, и все. Сломал топорик каменный? Нифига себе. Скрафт деревянный. А он уже полусломан. Сломан достаточно был такой. Не ты понял. Ну-ка, я хочу посмотреть, а на сколько это все вышло? Денег. Так, видео. Так, давайте уже... Шифтиться, чтобы выросло дерево, все. Оно выросло. Первое на 7 гигов, второе на 954 мегабайта. Офигеть. Это очень мало. У меня одна выпуск это гигабайт 15. Я в 60 кадров снимаю в секунду. Как, подожди, это запрыгивается? Так, смотри, я сейчас крафчу земельку. Отходя, это будет взрыв. Буду просеивать. Сейчас, подожди. Просеял. Эти сюда все, саженцы. Вот крафтим камень. Так, получается, надо сделать гравий.
Хорошо. Так. Все это сломали. Крафтим теперь гравий. И гравий просеиваем. Оп. Просеял. Теперь надо скрафтить печку, значит. Музыка включена. Оп, все. Еще раз так же. Все, выросло. Быстро очень дерево. Надо базрать кнопку ее. Все. Раздавайте. F5. Оп, все, из-за дерева. Давайте сначала вскопаем дерево само топориком. О, нормально. И дерево. Ага. Ясно. Так, срочно крафтим. 4. Нормалек. Теперь здесь сломаем листу. Сломали. Что сделал? Так. Собрали все. И лестницу забрали. Лестницу поставим сюда. Да, ребят, вот так можно удобно, значит, лестницу подбирать. Скрафтим землю опять. Просеем ее обязательно. Хоп. Эти вещи нам выпали. Скрафтим теперь опять камень. Из камня мы сделаем гравий, значит. И гравий мы просеем. Все просто, ребята. Оказывается, все просто. Все просеиваем гравий. Будем надеяться, что выпадет железо. Выпало, да, железо, но мало. Нужно... А, нет, все нормально. Ух ты. Так. Теперь печка. Печку надо скрафтить, ребят. Делаем опять же. Вот такие вот закладочки. Давайте в конфу кого-нибудь добавлю. Тебя, допустим. Алло. Алло. Давай, промышляй. Злобные делишки свои. Я завтра, наверное, все зарендерю. Ну, естественно. Так, правильно. О, нифига, само выросло. А смотри, ты когда видос сделаешь, на ПКМ, в этот же день делаешь? На ПКМ, кстати, можешь собрать. Это удобно лестнику переносить. Что?
Ты когда видос уже заснял, ты его сразу делаешь или по-разному как получится? Я что, по графике что ли работаю? По-разному я делаю. Может быть, у тебя же 2 косаря. Косаря? 2000 рублей. Подписчиков размечтался. Так, надо опять заложить. Ты пока что деревья там выращивай. Да, точно. У меня саженцев нет. Надо печку скрафтить просто. Надо взять. Не, не надо брать. Ну ладно. Вот, шесть. Во-первых, уже там был посажен. И незачем тебе было брать саженец. Во-вторых, я тебе... Потом на следующий. На следующий тебе выпало бы. А, точно. Вот эта штука, чтобы ломать листво, я тебе скину. Угу. Ты знал, если ты в Циви выигрываешь? Ну, это не, если не знал. Тебе деньги на личный кабинет в Кристалликсе дают. Не знал. Ну, я не играю, неинтересно. А мы почти выиграли. Там, мы сейчас мы в топе 5 держимся. Ну, я не думаю, что выиграть. Там нужно очень нам крутыми быть. А у нас Вольтрам он донатит. Ой, ладно. Донаты не равно победа. У нас человек в цивилизации мало. У эмпайров 46 человек, у них в итоге уже 200 тысяч очков. А он, когда у всех по 100 только. Угу. Вот просеиваю земельку, ребят. Хоп. Дефолт выпадает. Но главное это булыжник. Ты же стримишь точно. Так, надо зайти на твой канал. Надо еще земли. Ромус. Нет у тебя такого. Не Ромус. Ромус красный отвечает. Крас. На Твиче я ничего не менял. Нет такого. Есть. Нет, вот так, ничего не говори, подожди. Окей. Ромус. Нет у тебя такого. Не Ромус. Ромус красный на Твиче. Крас. Очень круто. Качество идеальное. Мне нравится. Твич топ, походу. Что делать, если Twitch топ? Стримить на Ютубе. На Ютубе я пытался сегодня несколько раз стримить, ни разу не получилось. Ну это да. Поэтому. Ну, короче, блин. Я зашел на специальное, вспомнил. У меня типа в почте Гугла появлялось такое оповещение. Ромус Крас теперь ваш подписчик на Twitch. Я зашел. Ага. И все. Потому что я подписался, я в отличие от некоторых. Я на Твиче вообще не сижу, как бы. Ну я разница. Я подписан у тебя на Ютубе. Это мало. Надо больше подписок. О, нифига ты у меня это. Мне вообще такое надо, с лисичкой донат. Там донат, Ютуб, трейдофер, ВКонтакте. У кого сплагиатил? Почему сплагиатил? Или ты сам типа делал? Вообще-то это мой имидж. Понимаешь? Так, давай я тебя модератором сделаю, в чат напишу что-нибудь. Сейчас. В будущем, когда будет 1000 зрителей, вот будешь модерировать. Ага, мне войти еще надо. 1000 раз, 1000 фраз. Так, давай я тебя модератором сделаю, в чат напишу что-нибудь. Если я себя слышу, подожди. Паузу поставлю. В смысле паузу? Ну, я только что я перезагрузил страничку, у меня там началось автоматически играть стрим. Написал. Yes. Топовый ник. Ты не в бане, надеюсь, да? Нет. А тут сразу кнопка есть бан, и ты не прав. Так, подожди, мод. Слэш мод. Фокси. Гол. Хоп, ты модер, напиши в чат что-нибудь. Вот все, видишь, да? Ничего не... Перезагрузи страничку просто, ты очень умный. Сейчас! Да, сейчас. Раз, два, три. Вот все. Ну ж бань тьма. Так не бань. Тайм-ауты давай, муты. Я понял, сейчас. Так, ребят, теперь опять делаем гравий. Раз, два, три.
сделаем. Сразу же. Все, ломаем булыжник. Зря я ломаю, ребята. Мне нужен булыжник. Сейчас я поем. Слышишь? Ты можешь компьютеры поесть? Нет, не могу. Причина? Там вообще жесть. Почему? Много еды. Так и чё? Не, всё тут, мало места. Короче, всё. Давай фастом. Так. Эх, саженцев не хватает. Топорик. Топорик. Скрафтим. Надо его подвинуть, он все забирает. Таким вот образом. Двигаем. Все. Теперь тверк. Все. Вуаля. Так, это ломаем. Опять нам нужны эти крюки. Скрафтить. Раз, так, ладно, пофиг, вот так сделаем. Так вот. Хорошо. Опять шифтуем. Оп, выросло дерево, ломаем его. Опять надо быстренько зашифтовать, чтобы максимум дерева у нас получилось. Оп. Все, кайф. Дуб выложим. Не особо нам нужен сейчас. Так, землю. Все, земля у нас есть. Просеем. Нам нужно, собственно говоря, ребят, 9 булыжника сейчас. Не, 8, чтобы скрафтить печку. Это наша цель. У нас 8 пока что, как мы видим. Гравий есть. Давайте просеем. Че добро пропадать, как говорится. Так. Угу. Тверк. Само дерево тоже ломаем. Так, опять яблочко поедим. Так, хорошо. Саженцы. Наполним ими наши бочки. И опять шифтуем. Круто. Быстро в этот раз получилось. Наполняем бочки опять. Оп. Шифтуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот на 10-й раз, ребята, все получилось. Опять шифтуем. Так, хорошечно. Зря дерево поставил, срубить. Забираем землю. Так, вот как раз у нас 9 штучек. Просеем. Хоп. Все, ребят, давайте крафтим печку. Жизненно необходимую нам. Ставим, допустим, сюда. Все, теперь у нас есть печка. И топливо для нее тоже будет. Досочки. Ну, пусть будет доски, ладно. Все. Теперь мы крафтим железо. Смотрите, вот таким вот образом. Плавим. По идее, должно сплавиться, да? Да, все работает, ребят. И так далее продолжаем.
Сейчас будет, ребят, двухминутная пауза. Не волнуйтесь. Алло. Алло. Ну чё там? Стримишь? Всё. Пауза 2 минуты. Всё, я тут, ребят. А чё такое пиксельная надпись? Наверное, стала на весь экран. Так, что, давай дерево. Сам сади. Угу. Но я уже печку скрафтил и одно железо, нам нужно 3. А железо откуда берется? Крафчу. Из чего? Ты же играл на скайблоке. Как бы ты там почти все делал, вы точнее за меня все делали, вы мне даже ничего не объяснили. Ой. Овощник что ли получается?
Угу. С грядочки. Собственно говоря, только прямо сейчас. Булыжник молотком делаем, перерабатываем свежие гравий. Овощи, из гравия. Из 9 гравий крафтим один блок гравия. И из этого его мы просеиваем тут, этот блок гравия, и все. У тебя сколько земли? Одна. У меня 3. Кидывай. Смотри, сколько сейчас червяков положу. Ну, мне интересно. Смотри, смотри. Так я знаю, много. Оп. Я крафчу пока что. Угу. Так. Рыбки. Я знаю. Все плохо. Дай мне саженец. Нет. Я все потратил. Я дал уже, все, давай, не тупи. Ни одного не выпало. Нет, он сзади был, ты слепой, просто слепошарый. Надо смотреть по сторонам. Я сейчас, короче, на Тифкрафт пойду уже, все. Ты пойдешь? Пойду. Вот. Угу. Нужно кого-то еще людей набрать, чтобы тут играли. Все, последнее дерево. А что тебе на Тифкрафте делать-то? Смысл? Развиваться. Ты-то никак не поможешь им. Я помогаю. Как? Я как бы на третьем месте, кто шарит. А там все легко в Тифкрафте. Я имею в виду, ты не поможешь ничем. Помогу. Чем поможешь? Объясни. Я добываю ресурсы для того, чтобы получать деньги. Ты в шахту ходишь? Мы получаем деньги, да. Фу, позор. И не только собирают тростник, который мы продаем, и очень дорого при этом. А у нас все автоматически было. Не знаю как, но... Ну, найс вообще. Мы сейчас в древнейшей сидим вообще-то цивилизации. Она потом... У вас, походу, уже была атомная, ну, которая самая там, типа, продвинутая. Или у вас была... Не, навряд ли средневековье. Потом я булыжник скидывал туда, вот в эту штучку, и там из него всякие штуки крутые выпадали. Редстоун, железо, золото, алмазы, изумруды. Ну, короче, ладно, давай. А так что, так оставайся на стриме. Так я пойду в ТС-ку. Ну иди в ТС-ку, на стриме оставайся. В смысле? Так я со скайпа ливну. А зачем? Так в ТС-ку пойти. Ты одновременно сможешь. И не знаешь, точнее, ты знаешь, я же не могу два дела сразу делать. Можешь. Давай, нормально все. Да нет, невозможно. Возможно. Давай, если что, потом позвоню. Или ты позвони мне. Вы в что, в клановой ТС-ке? Да. Вольтрамер. Понятно. Ладно, давай. Угу. Удачи. Так, ребят, вот я сделал два железа. Это уже что-то. Так. Так. Опять нужно пошифтовать, чтобы выросло дерево. Берем второй крюк. Нужно ломаем листву. Сажаем. Хорошо. Ломаем. Оп. Кайе. И опять создаем дерево. Все. Шифтуем. Ломаем. Ломаем. Все просто. О, быстро выросла на этот раз. Оп. Mm-hmm.
неплохо. Окна выросли, да? Вырастает, смотрите, как, если близко вставать. Ну все, ребят, спасибо за просмотр. С вами был я. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Ссылка на Twitch канал в описании находится. Все, ребят, всем пока.